Команда дебилов. Что один, что другой, что третий. Но это как надо было постараться, чтобы в предыдущей серии самолет сбить? Генка, ну зачем ты это... Пошли... Че вы стоите? Давайте бомжару спасать. Маньяка, походу, тоже надо спасать, если они так шандарахнулись так хорошечно. Бомжара! Ищите бомжару, может, он где-то в обломках валяется. Бомжара! Ёханый баба, я чё, руками прям голыми должен тушить этот огонь? Или что, я пожарный? Или... Стёпа! Если в этом проклятом городе хотя бы что-то есть, хотя бы полицейские, пожарные или еще что-то, иди позови пожарных! Стёпа! В город быстро сгоняй, позови пожарных и возвращайся сюда! Если, конечно, в этом городе есть вообще пожарные, я даже не знаю. Да аккуратно ты! Так, вот и нужно тебе это было, Генка. Но зачем? Извините меня, я был на эмоциях. Я не подумал, когда это делал. Я был злым. Ну вот чё тебе на жопе-то не сидится ровно? Ну мы тебя превратили обратно в нормального человека. Все, жизнь чистого листа можно начать. Иди себе там бабую новую заведи там. Ну, в смысле, сначала немножко поплачь по бабизине, да. А потом как бы новую бабу можно завести. А ты сразу мстить полез. Ну зачем тебе это? Ищите бомжару! Бомжара! А так вот он! Бомжара! Прием! Ты там жив или нет? Не, вообще ноль реакции, он вообще никак не реагирует. Где Степа с этими пожарниками-то, а? Бежит, бежит герой наш! Пожарных позвал? О, поедут пожарные! Это пожарные на лошади или... Ёханый бабай, вот у вас транспорт, конечно, мужики. Где пожар? Что тушить? Вы как, адекватные, нет? У меня за спиной горит вся поляна, идите тушите! Какой... Господи, как в этом городе жить? Здесь просто все ненормальные. Мне кажется, надо собрать все свои шмотки и поехать куда-то в другое место. Ядрит меня в пупок. Вы ведрами пожар тушите? Я сейчас бомжару этого спасу, который упал с самолета. Если он умер, я его воскрешу и потом сам кокну. А самолет-то зачем подожгли так потом? Это дурдом, я вам сказал потушить пожар, а вы еще и самолет сломали. Бомжара, ты там жив, нет? Вставай, родненький мой, вставай. Вы пожар тушите, мелкий. Иди быстро побеги к Елене Ветрянкиной и позови ее, чтобы она была здесь как молния просто какая-то. Чу-чу, туда быстро, давай! Они реально просто ведрами тушат пожар. То есть у них даже шлангов с водой нет. Они просто ведрами железными тушат. В этом городе никогда не будет ничего нормального. Вы что стоите? Идите маньяка ищите. Вы же видите то, что его здесь нет. Просто нет. Его нет в обломках. Это значит то, что, ну, как бы он недалеко должен был упасть, да, учитывая то, что маньяк ходить-то не может. Ищите его где-то, он здесь рядом. Мы все потушили. Мужики, спасибо вам большое. Вот если бомжара выживет, я его заставлю, чтобы он вам нормальную тачку купил и нормальные шланги вам дал. А то вы чё, как ненормальные, с ведрами ходите и пожар тушите. Все, спасибо, мужики, давайте. Вот настоящие герои. Вот спасители города. А лошадь вы кому, мне оставили? Лошадь! Вы лошадь забыли! Иди сюда, Степ. Оставь лошадь, будет наша тогда, если им не нужна. Бомжарчик. Подъем. Как там? Свет в конце тоннеля есть или нет? Давай, 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 давай. Поднимайся, поднимайся. Прием. А, у него вообще вот это... О, вот как раз и те, кто нам и нужен. Сюда, Еленочка. Вот здесь останавливайтесь. Вот наш пострадавший. Кому плохо? Кого спасать? А тут разве кто-то есть еще, кроме бомжары? Его спасать! Он с неба шандарахнулся с самолета!
Если бы, конечно, не Генка Петрович вот этот. Гена, сюда, подойдите, Степа! Как я вижу, маньяка вы вряд ли сможете найти. Ну все, просрали, маньяк опять на свободе. И все из-за тебя, Гена, все из-за тебя. Удрал, зараза, скрылся. Да, ну вот и надо тебе было мстить. Вот надо тебе было по нему стрелять. Елена Ветрянкина, сделайте, пожалуйста, все, что в ваших силах, но чтобы бомжара выжил. А где мелкий-то? Я его отправил! Он до сих пор не пришел! О-о-о, воскрес, да, из мертвых? Здравствуйте, бомжара, как? Вы что, дебилы? Вы что делаете? Я ему говорил! Вот мы, кстати, Геночку Петровича вернули, и вот это мы его превратили обратно в нормального человека. Прикинь, он Франкенштейном все это время был, мы только недавно узнали. Вот, это он отомстить хотел! Вот, сбил твой самолет, маньяк удрал куда-то. А чё ты нам не сказал, то что ты маньяка перевозил на своем самолете? Вот Лена Ветрянкина спалила это Геннадию, он нафиг пошел за миниганом и сбил весь свой... Какой маньяк? Вы в своем уме? Я маньяка как неделю назад в тюрьму отвез. Я сам в самолете был. Ну тогда ты, Гена, вдвойне вот это шизанутый. Ты стрелял просто по бомжаре. Там даже маньяка не было. То есть ты чуть нашего мэра не угробил. А можно его на исправительный срок куда-то в обезьянник на 15 суток закрыть, чтобы он больше вот такую дичь не повторял? Можно? Ну вот, Микаса Гена, вот после твоего превращения обратно в человека можно и в дурку тебя на 15 суток. Посидишь, подумаешь про жизнь. О, господи, дурдом какой-то. Ладно, бомжара, в тарантайку садись. Вы, Елена Ветрянкина, отвозите его в больничку. Я уверен, у тебя там сотрясение какой-то четвертой степени стадии. И вот эта кость бедренная сломана. Вот, поэтому лечите его там. Ой, боже, боже. Ну садитесь тогда на лошадку вот эту, тащите домой вот это друг друга. А я пешком тогда потопаю. Встречаемся возле больнички у Лены. Дурдом. Так, они уже приехали. Пацантре. Вы тоже лошадь потеряли, что ли? Ладно, пошли. Да, точно. Это чё за дичь? Ты ложись, бомжара, ты ложись, не переживай. Геночка, Петровчичек, ой, неловко получилось. Неловко получилось, потому что ты, Гена, в прошлой серии всю больничку к чертовой бабушке разнес. Он здесь сломал все стулья, все столы, все вот эти медицинские препараты, все просто в хлам здесь разнес. В предыдущей серии, кстати, если кому-то интересно увидеть, как Гена с ума нафиг сошел, вот здесь, тыкни на эту подсказочку. Ну, бомжара, пока поспишь на полу, потом Леночка ремонт сделает, может быть, когда-нибудь. Когда ты выделишь деньги со своей мэрии на больничку, вот тогда ремонт она и сделает. Подождите, я до сих пор не понимаю. А где мелкий-то? Я его отправил к вам, Елена Ветрянкина. Где мелкий? Его ни там, ни здесь нет. Я не знаю, он в другую сторону побежал. Ой, плохое у меня предчувствие. Потому что, походу, я знаю, куда мелкий побежал. Ладно, вы тут лечитесь, давайте, мы вас завтра проведаем. Все, удачи вам всем. Все с ним будет хорошо, не переживайте, я прослежу. Все, спасибо, я знаю то, что вы, Леночка, самый хороший врач здесь. Самый хороший, потому что единственный. Потому что других врачей в городе ютубера нет, только вы. Ладно, все, пошли по центре. У нас еще очень много дел сегодня. В первую очередь хотя бы мелкого найти, а то я не знаю, где этот шкет опять заныкался. Я очень сильно надеюсь, что когда-то в этой жизни, вот одним прекрасным днем, мы просто будем гулять по улице. Наконец-то снег в городе ютуберов растает уже в конце марта. Вот надеюсь... Степа! Ты сюда иди! Надеюсь, то, что когда-то в городе ютуберов все будет спокойно, в коем-то веке. Пошли, пошли домой! Эй! Мужчины вы мои! Ритка! День добрый! Как жизнь молодая? Ну, в смысле, старперческая. Я тут целую кастрюлю супчика наварила. Заходите. Чё, пацаны, пойдем пожрем? Вот это... Мы сначала еще за одним телом сгоняем домой. Ну, в смысле, за мелким. Мне кажется, он все же дома. И потом придем. Поэтому вы там еще одну тарелочку супа нагрейте для мелкого. Не задерживайтесь только. Да, вот это, все, давайте. И помпушки на вот это чесночком натерите там, если это, конечно, борщик. Мы сейчас будем. Все, мужики, давайте.
Если этот мелкий уже, наверное, день 15 подряд целыми сутками сидит и задротит в этот компьютер, я, честное слово, просто выкину из окна этот компьютер и больше никогда ему ничего не куплю. Молитесь, пожалуйста, все, чтобы мелкого там не было. Чё в этой серии Стёпа-то столько много раз теряется? Стёпа! Пожалуйста, 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 лишь бы этот мелкий пописяка сейчас не сидел за компом. Ну пускай он куда-то, ну где-то во дворе там домашнее задание делает на вот этом... Да японский горнолыжник! Мелкий, ты опять задротишь! И тебе не стыдно? Да, он уже задротом стал. Да я об этом же, Стёпа, я об этом же. Не заставляй, пожалуйста, как в предыдущей серии, ломать топором монитор. Мелкий, вставай! Ты биту убрал! Ты, во что ты задротишь вообще? Вроде первый раз, когда я тебя застукал, ты со Стёпой в Counter-Strike играл, да? Второй раз ты вроде в Майнкрафт играл. Третий раз ты вроде в Brawl Stars играл, да? Или не помню там во что. Четвертый раз ты во что там играл? Вроде в World of Tanks какой-то, в танчики, да? А вот сейчас ты во что играешь, мелкий? Молчишь, да? И слова сказать не можешь. Совесть тебя грызет, да, походу? Вот и молчи, молчи. Бомжара бедный в больничку попал. А ты вместо того, чтобы потом к нам вернуться, домой задротить пошел. Ладно, хорошо. Тогда давайте делаем так. Будем играть, мелкий, по твоим правилам. Не по моим, по твоим. Ты, походу, не с тем связался. Давай так, я сейчас подсоединюсь к тебе в игру. Мы будем с тобой команда на команду сражаться. Ты набираешь себе людей, я себе. Если я тебя вздрючу, ты больше в компе без моего разрешения не сидишь. По рукам? Окей, по центре, вы тут стойте сзади нас, будете смотреть, чтобы все по правилам было, чтобы все честно. Давай, вздрючь его! Сейчас все, Геночка, будет. Мелкий, ты готов? Запускай свою шарманку и мне твою игру тоже запусти. Сейчас посмотрим, что там мелкий задротит. Хотя, как бы, неважно, я тебя и так вздрючу. Погнали. Ага, кроссаут, значит, да? Ну, ничего, ничего, мелкий. Сейчас посмотрим, кто кого вздрючит. Но перед этим уберем бампер и добавим парочку вил. Совсем другое дело, сейчас и таранить можно. Ты там готов, нет? Ну давай! В бой. Короче, моя команда против твоей команды. Чья команда победит, тот и чемпион. Давайте, 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 пацаны, не подведите. Я же не могу перед мелким лохануться-то так. Давай, 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 все на одного. Так, поддержка огнем одного заруба. Сосили, давайте вот этого слишком наглого. Шипам ему, там колеса пробивайте. Враг повержен, замечательно. Только проблема в том, что я два колеса случайно потерял. Валите, 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 вот этого, горит, 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 горит. А я вообще враг повержен, я даже в перевернутом состоянии мелкий тащу. Ну, такое тоже бывает. Остался последний, пацан Трэ, давайте, я... Ну ладно, чтобы ты убедился, кто здесь батечка игр, давай до трех. 1-0 в мою пользу. Пацан Трэ, та же самая тактика. Быстренько всех кукарачами домой спать. Главное, держитесь вместе. Давай, 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 вдвоем, давим вот этого Сергея. Давим Сергея, Сергей, Сергей, Сергей. Оп, минус Сергей, короче. Ёханый карапуз. Как же вас тут много, пацан Трэ, защищайте. Горит одно место. Зато я одного убил. Последний из нашей команды остался. Результат неудовлетворителен. Пришло время сделать новую машиночку. Счет 1-1. Нам нужно затащить этот раунд. Не, никакого поражения мы допустить не можем. Это финальный матч. Так, главное, все на одного, главное... Как хорошо, как хорошо! Горит уже, один уже горит! Минус, минус, одного убил. Опа, второго! Давай, давай, давай! Вот этого синего!
Чак, ты чё думаешь, я тебя не убью? Я в предыдущем раунде Сергея убил, тебя-то я точно убью. И еще третьего! Едрить, колотить, чё-то мы как-то разносим. Мне кажется, мелкий там уже трясется. Сейчас я сдалека ему прям так хорошо. Па! Попал! Па! Я четверых убил за эту игру! Ну шо, мелкий, сдрёчил? Всё с компа, короче, слез быстро, прям сейчас, без моего разрешения. Ты чё психуешь? Ты проиграл ты один разочек, ну в следующий раз выиграешь. Скорее всего, нет, у меня ты вряд ли когда-нибудь выиграешь. Ну ладно, кстати, офигенная игрушка. Вот, я там в описании под роликом оставлю ссылку на скачивание кроссаута. Бесплатно. И там, кстати, по этой ссылке можно приятные бонусы получить лично от меня. Поэтому скачивай там в описании, заходи, первая ссылка. Ну чё, пацаны, кто еще против меня хочет сразиться, а? Давайте, хоть все вместе в команду заходите и против меня. Молодец, поздравляю, затащил, дай пятюню. Ну, Геннадий Петрович. Ну чё, всё, мелкий? Монитор отдал, отдай сюда монитор, быстро. Ну не расстраивайся. Не везет в игре, повезет в любви когда-нибудь. Может, опять с Аленкой начнешь мутить, или там с Олечкой, а может, нет. Ты, главное, надейся на лучшее, мелкий. Надейся на лучшее. Ну, я говорю, если не по моим правилам будем играть по правилам мелкого. Короче, пацантре, я вам предлагаю пойти к бомжару проверить. А, какого бомжару? К женушке твоей, на супчик, мелкий. Там Маргаритка Степановна супчик с пампушками приготовила. Давай, Гена, пошли давай. Сейчас заточим, придем домой. Может, мелкий, мы с тобой еще одну каточку сыграем. Там уже посмотрим. Ну и потом спать. Все, давайте, не отставайте. Здравствуй, Степа. Это пришельцы? Вот и мне интересно, что происходит, Гена. Извините, то, что я прерываю ваши просто увлекательнейшие занятия. Подойдите все, пожалуйста, сюда, а то мне страшно. Может, сейчас нас дурку какую-то заберут. Идите сюда, будем вместе держаться. Пацантре, разрешите спросить, а чё вы нафиг делаете? Это мой дом, вы мне закрыли проход. Алло! Вы с ума сошли! Успокойтесь! Тихо! Ядрить, колотить, как меня контузить-то начало! Вы ненормальные или чё? Вы чё это? Дезинфекция! Карантин! Весь город на карантине! Все по домам! Карантин! Карантин! Весь город на карантине! Вы чё мне кинули, пописяки? Чё меня коматозить-то так не по-детски, алло? Я как будто 10 литров кофе выпил. Вот примерно так башка у меня в прошлый раз и кружилась от кофе. Карантин, карантин, карантин. Да. Алло, да куда, какой карантин? Мы к Маргарите, да. Вот суп идем кушать, пить. Я чуть ничего не понимаю, почему у меня так башка-то так кружится, я не могу. Вы чё меня за... Какая дезинфекция? Дезинфекция чего? Карантина чего? Мелкий, это все игры твои виноваты. Я вот зуб тебе даю, это от твоих игр карантин. Это нас дома закрывают, чтобы мы... Вот это, хотя это нелогично, мы наоборот дома в игры будем играть. Не выходить из дома. Ой, боже, Ой, контузить-то прям не по-детски. Пацантре, чур, если кого-то стошнит, то давайте хотя бы не на ковер, а то потом фиг его очистишь. Карантин от чего? Я ничего не понял. Я вообще ебал, собака в заднице. Я сижу на карантине, ты сидишь на карантине, мы сидим на карантине, карантин у нас в стране. Ой, чики-чики-дрики, ой, чики-чики-дрики, ой, чики-чики-дрики, карантин у нас в стране.